Всем привет, с вами Лысый Дядь, и мы продолжаем играть в Forts. В этой серии мы играли с модом Hex Cannons, противник пытался нас душить с роев, серия получилась очень напряженная, поэтому не забывайте ставить лайкосики и подписываться на канал. Давайте наберем 1000 подписчиков, осталось совсем немного. Также не забывайте приготовить чаек и приятного просмотра. Ой, мы справа. Просто накажу этого очка. Так, сейчас мы давайте экономику сделаем, а потом будем чисто. Готовь трусы. О, эту карту переделали немножко. Ребята, у нас нету хранилища. Чудесно. Классно, вкусно. Подожди, эту карту переделали, она другая чуть была. Верхней части не было. Пофиг. Разве? Ну а, я. Кстати, да, кстати. Я как-то снимал эту карту, когда начинал только YouTube вести. А верхней части не было вот этой. Были только внизу два реактора и все. О! Они снайпера строят. Шел душнило. Сейчас тоже снайпера построю. Кто построил? Нехрен с снайперами воевать. Нехрен. Нехрен. Эль негро. Это такие шины. Нехрен. Нет, они петушары. Давай. Нам нужно куча энергии, ребята. О, давай этот. Артём, давай ветряки. Артём. Снайпера и ветряки. Подожди, мне надо убить того снайпера вражеского. Петуха. А, и наверху еще один сидит. Он такой, обзываться плохо. О, и наверху сидит, смотри. Ну то, что ты принял это на свой счет, и я не виноват. Я может быть и он. Так. Я не могу этого знать. Нужно больше экономики. Слушай. А, нет, тут слишком далеко не получится. Подожди, ну, может... знаете что? Давайте сверху рои настроим. Ого. Какой рой? Давай пушки. А можно рои, пушки и сверху рои настроить. Дайте денег. 2800! Смотри. Дайте денег. Чисто вот так. Да дайте бери, денег. Бери. Раки. Смотри, вот, вверху вот так роев настроить боеголовок. И сейчас все. Дайте раки, деньги. Дайте раки. Устаревшие рои. Опа. Когда есть. У них уже рои. Срать пулеметчик. Не сейчас. А теперь есть сейчас. Бандоны. Что ж, можно строить пулемет. Кто-то поставил так. Кто-то коряво поставил. Кого казнить? Похер. Нет, снайпер. Возможность стрелять уже, а то мы это сейчас бегу сосать будем. Как всегда. А мы уже начинаем. Мы терпим. А, все, он еще не пробьет сейчас, да, ненормально. В смысле, да. А как она сквозь пролетела? Ну там не достроилась, дядя. А, не достроилась. Дядя, недостроившиеся вещи, ну, попускаются обычно. Теперь этот мод, тебе не нужна большая карта для этого мода. Кстати, дядь, сейчас. Бузав может спилить строящееся дерево. Ой, строящийся этот. Объект. Железо. Железо. А, настоящий. Железо. А и очень слабо работает по строящемуся дереву. То есть по дереву обычному нормально работает, а которое строится вообще плохо очень. Поэтому есть смысл удалять и строить за. О, у них бузафы появились. Эти гении сбили с Бузова свой рой. С Бузова. С Бузова. Да, я не могу нормально. Бузав, господи, сколько я вас уже говорил. Называют бензопила. Тебе все. Нравится Бузова? А ты вы знаете, как называется снаряды на Бузов? Сюрикены. А, ну да. Хотел бы Бузову? Нет. В каком смысле? В прямом. Ну, пожарить можем. О. Да. Да. Блять, они сейчас просто роем задушат. Да. Нифига себе у них роев. Они сейчас просто задушат. Че, да. Подлагивает? Хороший вопрос, ребята, кстати. Гляньте, сколько у нас энергии. Маленький Давид. Маленький. Мандарин в любое время года, военный центр НАТО. Да достали они со своими роями. Советский военный центр. У них сейчас будет очень много роев. О. Да я сейчас знаешь, что построю, короче? Они сейчас просто будут бипку. Ребята, нам надо куча ресурсов, you know. О, боеголовки пошли. You know. Боеголовки легко сбить. Натовские вряд ли. Так. Начо. Да. О, начо. С Бузава по пулеметчику это самый лучший маневр, который я только видел. Да.
Они с этого роя душат, я сейчас их просто с разоружечки потом заношу. Это этот, японец. Кстати, вы знаете, что зенитка обычно сбивает лучше, чем пулеметчик? Ну а чё мы не строим зенитку? А у нас нет технологии именно этой. А почему он не строится у нас технологии этой? Потому что кто-то отказался от этой технологии, ни на кого не нравится. Кто-то решил рой начать строить. Это было бы хорошая идея. Почему-то они быстрее, чем мы рои построили. Потому что мы не стали строить рои. Может, они строители есть? Не знаю, там. Да нифига, у них японец чисто. Что такое стратегия вообще? У них есть или китаец, или кто там. Мало. Стоп, у нас броня крутая есть, чё мы как дураки? У них скачшторм. Да-да. Всё. Они нас не пробьют теперь, смотри, сколько у нас пулеметчиков. Дробовик может это все сбить. Ну понятно, но они же не додумываются до этого. Они уже это сделали. У нас время есть пока что. Экономику отстроить желательно. На металл нужен. У нас металла. Шахт вообще нету. Зенитная установка. Кстати, надо установить зенитную установку. Остановку? Зенитная остановка. Это шахты. Это и у них база. Зенитная остановка. Так. Денежка нужна. Дайте 300, я шахту одну построю. Спасибо. А, я не построил. За что спасибо? Самые быстрые пальцы Дикого Запада. Так, да, я продаю. Не видим, поэтому устроится. Я продаю пару пулеметчиков и строю нормальные. И тут начинается ПВО. Я продаю пулеметчиков и такое, да. Сразу, как будто услышали. Это, походу, шпион там японский сидит какой-то. Угу. Все, only энергия, ребята. Only energy. Японный шпион. Шпион и япон. Япон-шпион. Все, я сейчас зочку построю, РСЗОшечку. О, да, зенитки вообще тащат. Все, у нас 5 зениток, они будут вытаскивать все просто. Ля, какой удобный интерфейс. Слушайте, а, ну да, у нас же эти пушки. Хотел сказать, давайте настроим пожарных. Вы можете задушить. Давайте, давайте пожарных, у нас же жар-птица. Да какой пожарный? О, смотри, смотри, он целится. В каком ты веке живешь? Глянь, что я строю, и сравни, что ты хочешь. Детей. Сам понимаешь. А чё нет? О. Орю, а чё нет? Они чисто... Я хочу противотанковую винтовку. Не надо, она говнище. Она говнище на самом деле. Они чисто строят. Построй кучу ПТРД и прокачай их до взрывных. Это имба, это имба. После того, как зенитки построили, пофиксили, теперь ПТРД имба. Просто имба среди имб. Да что такое? Нимб. Это чё? А, это чё за пистолетик маленький? Стоп, не ПВРД, стоп. А, она я строится. Спутал. КПВТ, КПВТ, стройте. Такой маленький, о. Такой маленький пистолетик. КПВТ, стройте, КПВТ. И прокачивайте их. И тогда это будет имба. Ну, у них там не только жопа. А нафига они этим магнобином стреляют, я не понимаю. Да я не буду. Они думают, что это супероружие, что ли? Не, не трогайте мои ПТРДшки. О, смотри, у них как горит вверху все, они не тушат нифига. А, не, потушили. Стоп, это гаубица Б4 или ты строишь Д20? Так ты нажми на нее. Это Б4. А? На нее нажать можно и узнать. Да стали они сбивать моих зенитчиков. Ироды. О, а у нас строится. ЗРК готова. Давай, чебурек. Делай красиво. Они сейчас, походу, поливают сразу. Ой, да, хорошо. Прям ховик, там ховик стоит, слышишь? Да, у них этот магнобин там стоял, чисто разнесло. Играл в танчики. Блин, чуть-чуть потом повыше возьмешь, вообще будет нормально. Блин, на арте в танчиках играл. Винтовки просто вряд ли. Огонь, огонь, огонь. А что если вы будете использовать вот этот металл летающий? Летал металл? Типа держать на вику. Ой, у нас горит. Который... О. Что там строит? Нифига у них там взрывается все. О, господи. Не стреляй. Я хочу сделать шквал снайперов в одной точке. Так, о, чебурек, давай, чуть-чуть повыше. Блять, нельзя объединять. Давай, чебурек, чуть повыше делай, чтоб прям внутрь залетало. Ой, там база тащит, это смешно. Болтай. Флексит чисто. Нифига они щитов настроили. Но это мне поможет. Ой, вообще отлично. Хорошо. 1, 2, 3, 4. Ой, хорошо, там взорвалось. А, прям в реактор, есть. 5.
красота. Чебурек снайпер. Один реактор остался спереди. У них полбазы получается отрублено сейчас. А, в армию не возьму. А, вверху уж реактор еще один. Снайпером буду. Ребята, вот я сейчас в Б4 так пальну, все офигеют. Только попади. Снайперский шквал, это так прикольно. Подожди, подожди. Давай, жгем. Жгем. Жгем? Ну, давай, я за тобой. Вот, возьми. Кто пишет? У меня шиза уже нет. Да ты шизофреник вообще. Нормально у них там. О, пушка. Нет, зенитка. Нет, две зенитки. Какого хрена? О, снайперка. О, тумба-юмба. Только себя не взорви, пожалуйста. А, я понял. Какой-то гений вот эту штучку построил. Конечно, какой-то гений. А, вот я нашел. Длинная. А, нет, длинная. Это дверь длинная стоит. Подождите, что? Какой-то гений построил. Давай, только себя не взорви. Какая хрень уже? Какая разница, сейчас слово? Они уже не стреляют. Стреляй. Их полномочия окончены. Давай. Сейчас давай. Бах, наша база взорвалась. Кто строит? Это не я, это ты, блин. Не удаляйте, все. Погнали. Давай, сейчас подготовим пушечку. Все. Давай. Да, вообще, по моим расчетам, это вот сюда. О, хорош! Прям четко залетело. Блин, ты прям мастер баллистик. Ха, красиво, смотри. Она чисто пробила все. Вот это красиво было. А на этом закончим серию. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте подписываться. Также вступайте в наш Дискорд. Все ссылки в описании. И всем пока.